Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр продолжает свою работу на Retail Week. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Я представляю российскую систему качества Елизавета Волошайна, директор департамента по взаимодействию с потребительским рынком. Скажите, пожалуйста, вы были спикером нашей деловой части. Расскажите, какая у вас была интересная сессия, какие темы поднимались? Вы знаете, у нас была интересная действительно сессия «Маркетинг в ритейле». И мне интересно было услышать кейс ритейла в связи с тем, что сейчас весь ритейл пытается выделиться друг перед другом, чтобы как можно больше привлечь себе трафика и покупателей. Было много интересных моментов, которые я отметила про себя. Замечательно. Тогда давайте, может быть, ближе к вашему выступлению. У вас какая была интересная мысль? Очень хочется, чтобы тоже не только участники и слушатели сессии могли с ней ознакомиться, но и наши зрители. Вы знаете, мы рассказали несколько кейсов, как мы непосредственно продвигаем наши продукты, которые прошли исследования в ритейле. В основном, конечно, мы занимаемся исследованием продукции как фуда, так и винной продукции. Сейчас мы занимаемся сертификацией органики, и наша основная задача, чтобы потребитель знал и понимал, что он покупает на прилавках той или иной сети. Вот основные кейсы по рейтингу Роскачества – это как раз рейтинг, который получает производитель после наших исследований про знак качества, я сообщила в своем докладе. Замечательно. Расскажите ваши впечатления от выставки в целом. Может быть, вы тоже были слушателем какой-то сессии, может, какие-то интересные там оттуда были интересные инсайды. И, в принципе, может быть, какие-то стенды наших участников вас заинтересовали. Ну, давайте я просто на этот вопрос вкратце расскажу. Мне очень нравится и первые дни сейчас программа. Действительно собраны интересные кейсы, профессиональный уровень выступающих, которым есть что рассказать именно бизнес-сообществу. По стендам не могу ничего сказать, потому что на самом деле очень мало обходило, но понимаю, что здесь только новые кейсы, которые хочется донести до B2B. Спасибо вам большое за общение и надеюсь, до встречи в следующем году на нашей выставке. Наверное, будут еще более интересные и жаркие споры по разным вопросам, в которых мы будем становиться и делать рынок все лучше и лучше. Спасибо.